спасибо всем, кто нам мешает, кто нам намеренно вредит, кто наши планы разрушает и нас обидеть норовит. О, если б только эти люди могли понять, какую роль они играют в наших судьбах, нам причиняя эту боль. Душа, не знавшая о потере, душа, не знавшая обид, чем счастье в жизни будет мерить? Прощение, радость, чем сравнит? Ну как мудреть и развиваться без этих добрых, злых людей? Из ими созданных препятствий возникнут тысячи идей, наполненных добром и светом. И повторю я им 100 раз. Спасибо вам за все, за это. Ну что б мы делали без вас?